расскажешь, как все сегодня прошло, как организация прошла, что вообще вам понравилось, не понравилось, как девочки работали, служба координации. Мы после фотосессии задерживались, я очень сильно волновался, что мои и Машины гости и родители останутся без внимания, они ждут целый час. Но когда я приехал, я увидел, что каждому в отдельности персонально было сказано доброе слово и учтено каждое мельчайшие детали, интересы. То есть все были счастливы, сыты, довольны, и ко мне уже каждый раз, через каждые 20 минут подходят люди и говорят: «Андрей, спасибо, классно, здорово». Мы так еще никогда нигде не гуляли, не отдыхали. Я думаю, Юля, это заслуга твоя в полной мере. Спасибо большое. Маш, что скажешь? На самом деле, свадьба настолько, мне кажется, волнительное торжество для каждого человека. И начав сталкиваться с ее организацией, я поняла, что у меня не просто волосы дыбом становятся, у меня просто все конечности холодеют и сердце замирает. Вот, поэтому, зная тебя не только как... Теперь я тебя знаю не только как человека, да, как хорошего, да, человека, но и теперь знаю как профессионала с точки зрения организации проведения праздников. С большой буквы П. Вы сами довольны остались вообще вот тем, что у нас с вами получилось? Да, безумно довольны. Я вижу, что гости рады, гости, скажем так, немножко удивлены и порадованы форматом, да, не каким-то обыденным и таким вот замыленным уже, а что-то действительно привнесли вы новое, интересное, и все было супер.